Место на Десне нашли. Тут раньше были сектанты, ставили какие-то ледяные кресла, идру ваяли из снега. А в этом году пришли какие-то интересные знаки колдовские. Палочки перекрещены, связаны зачем-то, как антенна стоит. Что это обозначает? Может, это антенна Люцифера, а прямо на крови проводится. Сейчас поближе посмотрим. Перекрестья какие-то. Непонятное. Аналогичное строение мы увидели в Калужской области, у деревни Курдунов, Черный поток. Там мы тоже не смогли определить, что это такое. Как метла какая-то. Какие-то ведьмины повадки тут. Метла, полукруг, крест пересеченный. Что это такое, непонятно. Берегу Десны. Что? К чему? Знаешь, люди, видимо, знают. Кто тут какие-то обряды проводит, наверное. Так, недалеко от деревни. Треноги. Склоны типа скамеек, наверное. Дикие места таежные.